Телевизионная инструкция по безопасности, которая научит, как действовать в сложных ситуациях и не стать жертвой обстоятельств. Репортажи с мест чрезвычайных событий, обзор происшествий, журналистские расследования, эксклюзивные интервью и уникальные съемки. Все это в программе «112» на телеканале «Север». В Нарьян-Маре охота полицейских на контрафактный алкоголь увенчалась успехом. Кому такой бизнес выгоден и как реализуют смертельную продукцию? Как МЧС готовится к предстоящему весеннему паводку и какие важные мероприятия запланированы на ближайшее время? Где курить теперь можно, а где нельзя? И какой штраф грозит за пагубную привычку? В регионе продолжают обсуждать антитабачный закон. В Нарьян-Маре полицейские изъяли более 3 тонн контрафактного алкоголя. Экспертизе сейчас предстоит установить, где и каким способом были изготовлены эти напитки. Ассортимент впечатляющий. Коньяки от самых дешевых до дорогих. Вино и водка. Все под известными торговыми марками. Поставка незаконного алкоголя в столицу региона была поставлена на поток. Контрафакт везли целыми фурами. Реализацией подпольного алкоголя, по предварительным данным, занимались 2 местных мужчин. Они работали на собственном автомобиле и в черте города имели склад, где хранили 3200 литров сырья, изготовленного кустарным способом. Так, смотрим, да? Какой у нас алкоголь здесь находится? Все элитные сорта, видим, да? Что очень дорогой. Злоумышленники подошли к делу основательно. Налажены отношения с поставщиками сырья, хранения, перевозка и, наконец, сбыт. Недостатков в клиентах не было. Поддельный алкоголь продавался дешевле настоящего, поэтому брали его охотно. Контрафактная продукция в основном расходилась в рестораны, кафе и общепиты. При попытке реализации партии алкоголя данные граждане были задержаны. При осмотре автомобиля, который принадлежал одному из задержанных, обнаружена алкогольная продукция брендовых сортов с явными признаками контрафактности. Данный товар предназначался для реализации среди заведений общественного питания. Содержимое бутылок сомнительного качества должно было разойтись по торговым сетям для продажи населению. Что именно находилось внутри таких бутылок, пока неизвестно. Это установит экспертиза. А ведь употребляя такой алкоголь, потребитель рискует потерять здоровье и даже жизнь. Количество преступлений в 2014 году увеличилось на 28% по сравнению с 2013. Большинство противозаконных действий оцениваются как небольшой и средней тяжести. Эти цифры были озвучены на общем собрании судей региона. Также были поставлены задачи на текущий год. Начали собрание с приятного. В 2014 году судебная система страны отметила 150-летие судебных реформ Александра II. В честь прошедшего праздника окружные служители Фемиды получили юбилейные медали. Советом судей Российской Федерации за активную работу, большой стаж работы в судебных органах награжден Файзуллин Мусавир Геласович. Награды получили и работники лучшего судебного участка. Конкурс проводится Советом судей региона уже на протяжении 6 лет. Отметили и участников турнира по волейболу в Архангельской области. После поощрения перешли к подведению итогов работы. В 2014 году в целом по России было рассмотрено около 14 миллионов гражданских дел, 1 миллион 300 тысяч арбитражных, 950 тысяч уголовных и более 6,5 миллионов административных. В нашем регионе цифры намного скромнее. Всего за год было зарегистрировано 655 преступлений. Это на четверть больше, чем в 2013 году. Рост произошел за счет преступлений против собственности. Увеличение количества поступлений уголовных дел присуще только мировым судьям. В 2014 году к мировым судьям поступило на 11% уголовных дел больше, на 161 дело, чем в 2013 году. Однако к подсудности мировых судей относятся лишь дела небольшой тяжести, поэтому характеризовать в целом, что у нас преступность возросла, наверное, не представляется возможным. А вот сумма ущерба от преступлений, наоборот, сократилась. В 2013 году эта цифра равнялась 65,5 миллионам рублей. В прошлом всего 11 миллионов 300 тысяч. Сократилось и количество преступлений в отношении несовершеннолетних. Большую работу судьи провели и при участии в создании окружных законов. Совершенствуется и нормативная база. И начиная с 2010 года по 2014 год в собрание депутатов внесено 11 законопроектов окружным судом в плане законодательной инициативы, которые впоследствии приобрели форму окружных законов.
Я думаю, что такую работу вы будете дальше продолжать в соответствии с нашим уставом нашего округа. Говорили на собрании и о задачах на этот год. С 1 января все материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей перешло в регион. В соответствии с подписанным договором между администрациями Архангельской области и Ненецкого округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов госвласти. Также скоро в Ненецком округе может появиться арбитражный суд. Окружное собрание депутатов направило в Госдуму проект федерального закона о постоянном присутствии арбитражного суда Архангельской области в Ненецком округе. В регионе продолжается подготовка к весеннему паводку. На комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя губернатора Сергея Суркова утвердили план противопаводковых мероприятий. Согласно плану, на территории региона пройдет подготовка к проведению ледокольных работ с применением взрывчатых веществ, проверка систем оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, а также будет организовано круглосуточное наблюдение за развитием паводковой обстановки, интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями. Кроме этого, будут проведены санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на предупреждение заболевания населения, попадающему в зону подтопления. По каждому из мероприятий в ходе заседания были назначены ответственные. Также в рамках подготовки к паводку будет проведена организационная работа с главами муниципалитетов. Кроме прочего, участники совещания обсудили планы работ по укреплению защитных насыпей и дамб. С июня 2013 года, как известно, по всей стране заработал закон, который в Европе уже назвали самым жестким. Речь о запрете курения в общественных местах. Прошло почти два года, однако в привычках людей, откровенно говоря, мало что изменилось. Курить продолжают на остановках, в подъездах и даже на детских площадках. В общем, там, где запрещено. Люди то ли не знают, то ли просто игнорируют правила. Хотя, скорее, последнее. Полицейские, конечно, пресекают таких нарушителей, но, как правило, поймать курильщика с поличным очень сложно. Зачем спускаться на улицу, когда можно подымить в домашних тапочках и в теплом халате у себя в подъезде, ведь он же общий? Многие люди, несмотря на закон, решили, что правила придумали, ну точно не для них. А вы знаете, что в подъезде курить нельзя? Знаете об этом, да? Нарушение закона. Общаться с нами барышня не захотела, ушла и закрылась в квартире, обвинив нас в том, что мы снимаем без разрешения. Однако закон на нашей стороне, а вот девушке за курение в подъезде грозит штраф 1500 рублей. Кстати, почти на каждом этаже нам попадалась пепельница с еще тлеющими окурками. Повсюду разбросан пепел. В этом подъезде любители покурить установили целый мусорный ящик. Он практически полный. Ну что ж, законы таким людям нипочем. И очень страшно представить, как живут с ними соседи, те, которые дышат этот запах каждый день. Полицейские подъезды посещают редко, как правило, только после обращения от жильцов, мол, соседи снова накурили и теперь дышать невозможно. Нарушителей штрафуют, если, конечно, ловят с поличным, и отпускают до следующего инцидента. А вот улицы города правоохранители патрулируют ежедневно. В прошлом году сотрудниками полиции составлен 371 административный протокол за курение в общественных местах. В январе текущего года полицейские привлекли к ответственности 21 человек. Самые распространенные правонарушения – это курение на личных площадках, в подъездах, на территориях медицинских и образовательных учреждений, а также зафиксированы несколько случаев курения на детских площадках. Отправляясь в очередной рейд со стражами порядка, мы надеялись, что застанем в неположенном месте с сигаретой в зубах хоть одного нарушителя, но тщетно. Вместо курильщиков попались любители злоупотребить продукт с повышенным градусом. Сколько торчим? Видите, тут дети гуляют. А вы тут успеваете? Ладно, закрываем. Сейчас закроем, с нами поедем сейчас еще. С вами покатаемся, да? Да. Ну, да. Сейчас съездим. Давайте. Документы есть по себе? Нет, нету. Поедемте, дежурный участок. А без этого никак, да? Нет, никак. Да. Это административное правонарушение. Что, соседи стукнули, да? Ладно. Итак, где же по закону нельзя курить? Во-первых, на территориях и в помещениях учреждений культуры, спорта, медицины и по делам молодежи. Во-вторых, в поездах дальнего следования, в самолетах и в общественном транспорте. В-третьих, возле вокзалов, речных, морских и авиапортов, также станции метро. Подымить можно только на расстоянии от этих объектов не ближе 15 метров. Не затянуться и в зданиях государственной и муниципальной власти, также в лифтах, на детских площадках и автозаправках. Теперь, чтобы покурить и не нарушить закон, к примеру, возле образовательного учреждения, необходимо понять, где заканчивается его территория. Допустим, социально-гуманитарный колледж. Примерно вот здесь вот заканчивается его граница. Значит, смело можно покурить. И что удивительно, в новом законе нет ни строчки об остановках общественного транспорта, а ведь именно здесь курят много и часто.
Но, как правило, люди все равно продолжают курить там, где этого делать нельзя. Не смущают любителей никотина присутствие ни детей, ни женщин. Здесь это незаметно, что штрафуют. У нас-то в городе там штрафуют за это на остановках, когда за курение и в общественных местах. Как-то не замечал этого, по крайней мере. Менеджер продовольственного магазина Расул Хамидулин считает, что антитабачный закон в нашем регионе соблюдается плохо. Нужно срочно усиливать меры. Ведь курильщиков, по сути, меньше не стало. Сигареты покупают в тех же количествах, что и 2 года назад. Кстати, сам закон предпринимателей коснулся напрямую. Им теперь запрещено выставлять табачную продукцию на прилавок. Держать сигареты приходится за закрытым занавесом. Ну, по-первых, всегда спрашивали, сигаретами не торгуете, что ли, уже? Говорим, то, что такой закон вышел, что нельзя их как бы демонстрировать. Реклама запрещена, и мы убирали, закрывали их. А сейчас прайс-лист повесили, уже проще стало. Люди уже, ну, привыкли к этому, что везде так запретили. Курить или не курить, вот в чем вопрос. Если не хотите распрощаться со своими честно заработанными, дымите там, где это можно делать. Например, у себя дома. Ну а лучше всего от пагубной привычки просто отказаться раз и навсегда. Плюсов сразу много. Это и экономия денег, и дыхание свежее, и здоровье новое. Ну и как же говорят, теперь курить-то не модно, так что я, пожалуй, сегодня от этого точно откажусь.